Ну что, братцы Бладистанции, сегодня тушим пердак, а пердак сгорел ноль. Пердак просто встал и вышел нахер. Тушим пердак от Танкача, саны этой игры. Смотрим приколы, потому что вышел новый выпуск. Очень редко выпускает человек ролики, Splash VOD, вот, но редко на метка. Вот приколы из World of Tanks, вся суть игры. Я сегодня на себе всю суть этой замечательной игры ощутил. 118 выпуск. Берите себе чаёху, берите покушать. Не играйте в эту сраную игру. И, ну, огромная просьба к вам, ребят. Не заходите в танки, не портите себе здоровье. Давайте лучше посмотрим выпуск. Нужно больше золота. Бладя, а сколько ты серебра потратил на 9 часов колоба? Как всегда, донатилка вовремя. Помог. Помог, проверяю. Эх, сейчас бы помочь. Нихрена. Подставуха, да? Чё дед так выкатил? Там нереальный шанс, Там нереальный шанс было попасть в лючок. Если ты не... Боже мой, какая классная игра, господи, мне аж голова разболелась. Это насколько наша игра, насколько такое можно себе представить? Там такой шанс, там такой шанс невероятно низкий попасть ему в лючок, а он ему именно в лючок попал, боже мой. Здравствуйте, я с компанией Reflame. Павел, перелогиньтесь. Привет, у нас семерка. Семерка танк отличный, чудесное бронирование и отличное лобовое бронирование. Ага, да, как скажешь. Бля, ни хера я ванганул, слышь. Ни хера, а, пацаны, плюс тайминг в коллекцию. Плюс тайминг в нашу коллекцию таймингов. Твою! ХВК, давай, браток. 704 дубль 2. Я пьян слева прикрою, кстати. Не все поймут, но многие вспомнят. Я пьян слева прикрою, давай. Давай, мы же миллионеры, еще купим, че не? Нормально. Можем себе позволить. А хули? А херли ему? У него это минус конкурент. Вообще похер. Да мне вообще все похеру. Помоги мне! Типичная игра наша, боже мой, типичная наша игра. Спасибо! Помогу, чем смогу! Спасибо! Господи, боже мой, наша игра, наши союзники. На помощь! Мне понравилось, как он зарофлил. Что? Что это такое? Ладно. Это не кибербуллинг, просто там ник прикольный. Господи, храни твою душу. Ёб твою мать. Говорит, помогу, чем смогу, ребят. Если что, ребят, помогу, чем смогу. Ребят, на связи. На связи, ребят, если что, помогу, чем смогу. О май камф! Бля, почему вот хотел хоть разочек бы попасть в такую ситуацию? Братанчик, прожимай лайк вас. И явно у тебя тоже будет сон танкиста. Это сон танкиста, кстати.
У кого хоть раз такое было? Ребят, черкните в комменты, когда вы остались, а все вы вылетели. О май гад! Художественный фильм спиздили. Боже мой, какая гадость это ваш заливной Modern of Tanks. Я покатался, да? Чисто шевелись, плотва. Серьезно? 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 На, серьезно. Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, это не проблема. Сколько наших игр из 10 заслуживает вот этот выстрел с фугасника без наводчика в тяжелый танк в лоб из 10? Сколько наших игр из 10 заслуживает этот выстрел? Загадка от Жака Фреско. Время на размышление 30 секунд. Ответ оставляйте в комментариях. Я все сказал. Я вообще вот эту генералку выключил нахер. Там пацаны трешак. Ой, бля, 10 скиллозависимых игр из 10. Давай, давай, мы же миллионеры, еще купим. Давай, давай, туда, туда же, давай, туда. Хорошая идея. Да, да, да. Надежные, как швейцарские часы, идея. Давай, 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 давай. Бля. Прикинь, мантикорки, да, какой там сейчас? О май гад! Ой, бля, ясно. Ноу. Один день из жизни успешного танкиста. Это взвод? Не денег понял. Взвод. А он его столкнул. А, понятно. Мы же конченые. Господи Иисусе. А, бабаху в студию. Вот этот мемис сейчас сюда подходит как никогда. Это видали, да. Хорошо, да. Мариарти в деле, так сказать. Бой начинается. Нихера. Пошел по ФПС, братик. У него чисто слайд-шоу, да? В PowerPoint зашел, ребят. Чисто в PowerPoint зашел. Понимаю. Бля. Понимаю. Давай, давай, браток, в зашкваренном стиле.
Ёб твою мать, чел. Это все из-за стилекста. Понимаю. А вот это понимаю, надо себе на донат резануть. Понимаю. Понимаю. World of Tanks. World of Tanks. По сути, вкусная игра. Кстати, на этой карте сегодня был свидетелем, как 92-й сваншотил ТВП на косарь. Ать! Саечку за испуг, да? Не влияние внутривенно за наш счет этому столику. Просто как сынков раскидал. Ой, бля, и это арта 8 уровня, 1200, бля, ой, ёб твою мать. Ой, шит, мэн. Все от арты, тупо все от арты, да? Дементий, неси его лидол. Не поможет, дядь. Здесь уже тебе не помогу. Друзья, всех с прошедшими праздниками. Я тоже отдохнул. Теперь ролики будут выходить гораздо чаще. Я также недавно... Красава, сплэш. Давай, отдыхай там, все дела. Клепай почаще. Потому что выпуски реально годненькие. Я лайкосик забыл вначале поставить. Грешно, так сказать. Грешно не ставить лайк за такие выпуски. Поэтому... Лайкосик, так сказать, автоматом заводим. Красава, сплэш. Ребят, если вам понравился... Так он мне понравился выпуск, обязательно прожимайте лайкосик и пишите, что вы думаете по поводу лучшей игры в мире в комментариях. И надеюсь, что те, кто не подписан, подпишутся. Вот, чтобы с Владькой, так сказать, смотреть эрекции. Вот, друзья мои, спасибо вам за внимание. Удачки. Бэ-бэ.